Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня хочу поделиться с вами экраном для любителей криптомонет, криптовалюты из Falcat. Значит, это мультивалютный экран. Здесь очень много криптовалюты всевозможной. Ну, давайте начнем с регистрации. Регистрация здесь очень, друзья, простая. Вводите имя, фамилия, логин, email, пароль. Нажимаете регистрироваться. Далее попадаете как бы на дашборд. И у вас здесь будет надпись «Активировать электронную почту». Нажмите на вкладочку, вам на почту придет письмо. Пройдете по ссылочке. Мне письмо пришло в районе 2 минут. Не сразу. Вот, значит, активируйте вход по имейлу и паролю. Ну, это наш дашборд. Здесь нужно заходить ежедневно, чтобы у нас повышался уровень. Я только что сегодня зарегистрировалась, и человек, под которого я зарегистрировалась, у него он уже прилично находится, как бы работает на этом кране, у него и уровень уже высокий, и здесь как бы бонусы он получает. У меня еще как бы уровень нулевой, вот здесь показано, да, и еще мне как бы бонусов нет. А если заходить ежедневно, хотя бы раз в день, и собирать всю эту криптовалюту, вот, и будет у нас повышаться уровень, и будет бонус. Значит, здесь 13 криптовалют. Вот надо вот собирать еще S-Coin обязательно, чтобы у нас вот повышался уровень. Так. Значит, ну смотрите, здесь биткоин, далее Ethereum, Litecoin, Ripple, Stellar, DigBoot, Dogecoin. Вот это вообще токен какой-то. Bitcoin Cash, Ethereum Classic, OX, Tron. Вот, ну и вот S-Coin. Это дашборд. Далее идет. Давайте по вкладочкам. Мой аккаунт. Сейчас нажмем. Так. Завис. Реклама. Возвращаемся. Давай, возвращайся. Вкладочку сейчас закрою. Так, мой аккаунт. Значит, это профиль. Видимо, он так прилично грузит. Так, давай грузить быстрее. Есть группа на Facebook, Twitter, YouTube. Это все на домашней страничке. Все кликабельно. Вот можно присоединиться. Так, ну вот username, как бы email. Это реферальный код, но здесь как бы монетки. Как бы здесь прописываем адрес, можно добавить криптомонет. Далее у нас что? Реферал. Находится наша партнерская ссылочка. Сейчас покажу. Здесь все очень просто. Разобраться несложно. Спускаемся чуть ниже. Так. Тянет мне. Рекламка такая сторонняя выскакивает, но не то чтобы ее сильно много, как в других кранах, но появляется. Так, давай, скрывайся. Так, вот баннеры и вот ссылочка. Вот здесь нажимаете на синюю вкладочку «Копировать», у вас появляется окошко. Нажимаете ОК, и ссылочка ваша реферальная скопировалась. Так, далее идем. Здесь вкладочка WinDraw. Это отправлять. Так, с этим разобрались.
Есть мобильное приложение, если кому интересно, посмотрите. Ну а здесь наш экран. Вот S-Coin. Сбор каждые 5 минут. Переходим на кран. Сейчас покажу пару клеймов. Как собирать криптомонету. Ее можно как бы собирать, все криптомонеты, а потом менять на одну какую-либо монетку. Лучше всего, конечно, на Dogecoin, так как она быстрее выводится, комиссия маленькая. И на Faucet Hub не подходит. Здесь вывода нет на Faucet Hub. Вот, перешли на кран, опускаемся ниже, еще ниже, и вот сюда. Клик Claim, нажимаем на эту вкладочку. Опять у нас рекламка. Опускаемся ниже, появляется капча. Разгадываем эту капчу. Так. Подтверждаем. Нажимаем на синенькую вкладочку Very. И все. Вот Claim. Бонуса у меня пока нет, так как у меня нулевой уровень. Зачет. Итак, всю монетку мы собираем. Далее биткоин. Я биткоин уже собирала. Ну, я как бы тут изучала кран. Я этот биткоин поменяла на доги. Как вот менять, да? Опять переходим на кран. Опускаемся опять ниже. Вот у меня баланс по нулям. Как мы видим. Видите? Опять опускаемся ниже. Нажимаем вот сюда клик Claim. Опять появляется капча. Как мы сейчас так. Опять грузит у меня. Разгадываем капчу. Такси. Далее. Подтверждаем. Опять на синюю вкладочку Very. И вот мне столько биткоин сатошиков дали. Так. И вот таким вот образом собираем всю криптомонету. Вот ее здесь очень много. Так. Далее есть афер. Там различные задания. Ну, это уже кто любит выполнять задания всевозможные. Можете попробовать. Вот грузит. Так вот он немножечко. Вот здесь всевозможные задания. Далее майнер. Здесь важно не пропускать дни. Поэтому, потому что тут начисляются бонусы из Coin Miner. Видите? Это тоже по желанию. Старт. Вот уже я как бы майнером не пользуюсь. И вот My Marketplace. Если как бы день пропустим, можно как бы купить здесь за из Coin монеты день. Чтобы как бы у нас день не был пропущен, чтобы нам шли бонусы. Понимаете, вот здесь, например, биткоин, так, daily бонус, вот плюс один daily бонус день, 10 тысяч S-Coin вот этих монет. Нажимаем, можем купить как бы день. Вот. Ну, здесь такого больше нет ничего интересного. Возвращаюсь на дашборд. И давайте я поменяю какую-нибудь монетку. Биткоин я уже сегодня меняла. Посмотрим, что у меня там с балансом. Опускаюсь ниже.
Вот у меня биткоин я собрала. И вот монетку вот эту я собрала. Вот у меня 4000 вот этих из коинов. Так. Ну, давайте, что ли, вот Ethereum. Нажимаю VIF. И смотрите, здесь тоже можно как бы на кран переходить. Faucet. Exchange менять. Вот WinDraw. Нажимаю Exchange. Сейчас я ее поменяю на Dogecoin. Потому что можно на Dogecoin вывести и без проблем. Значит, вот Ethereum, где вот баланс. Faucet. Нажимаю Max все монетки. Угу, у меня русский стоит. Мне надо английский алфавит, потому что нужно будет вставлять, друзья, при переводе пароль. Так, английский. Так, я нажала вот на синюю вкладочку. И здесь нужно выбрать монетку. Нажимаем. Вот Ethereum, можно на Ethereum менять. Ну, я как бы, да, на Dogecoin поменяю. Так. Чисто так для видео. Вот столько я получу монеток. 0.12 Dogecoin'ов. И здесь вставляем пароль при регистрации, которую указывали. Нажала на такую вот фиолетовую вкладочку. Далее подтверждаю ОК. И монетки я свои отменяла. Так, грузись быстрее. Все, обмен произошел успешно. Окей. Скрываем рекламку. Значит, я вот у меня Ethereum баланс вот мой по нулям. А Dogecoin у меня прибавилось 0.50 Dogecoin'ов. Далее, потом по поводу вывода. Нажимаю вкладочку WinDraw. Вот это я хочу ваше обратить внимание на вывод. Значит, минимум на вывод 40 Dogecoin'ов. Так, переводим на русский. И что нам здесь? Сюда сумму вводим, адрес кошелька. Так, вот здесь сюда переводим галочку, вот эту, чтобы зеленая была. Так, когда будем выводить. И далее, смотрите, по поводу вывода, что здесь пишут. Пожалуйста, дважды проверьте информацию о своем кошельке. Адреса вывода Faucet Hub и CoinPod не поддерживают этот кран. Нельзя выводить на Faucet Hub, поскольку они не являются реальными кошельками в блокчейне. Понимаем это, да, и там эти микрокошельки. И что еще здесь я читала по поводу Coinbase, так как я обратила на это внимание, так как я пользуюсь Coinbase у меня. Так, ага, эта монета не поддерживает Coinbase, поэтому убедитесь, что вы используете правильный адрес кошелька. Вот, будьте внимательны. Что мало ли подумать, что на Faucet Hub и на CoinPod вывод не, ну, нельзя. И другие монетки тоже проверьте. Может, это только на Dogecoin. Вот, панель инструментов. Вот такой вот, друзья, кран. Кому интересно, пользуйтесь. Вывод, естественно, когда будет что выводить. Да, друзья, еще что я забыла вам показать. Здесь есть еженедельный бонус. Также можно собирать. Но мне еще, вот видите, мне он недоступен. Вот ежедневный бонус. Сюда вот нажимаем. Он с первого уровня. Я как, так как сегодня еще только зарегистрировалась, естественно, еще нет ничего. Главное не пропускать, заходить ежедневно. Вот. Бонус Ethereum кран, как бы 1500 монет. Нажмите здесь, чтобы получить свой ежедневный бонус. И мне пишут, что здесь нужен левел 1.
первый уровень. У меня еще уровень по нулям. Ну, теперь все. Всем удачи, больших заработков. Кому интересно, пользуйтесь. До новых встреч.